Что важно для вас? Большинство людей в наше время ищут друга, собеседника, человека, который бы понимал их, но прежде всего подчеркивал их сильные стороны и то, насколько они хороши и харизматичны. Причина, по которой люди хотят быть принятыми окружающими, заключается в том, что они не ищут отношения с Творцом неба и земли. Они не хотят знать точку зрения нашего Небесного Отца на свою жизнь, и поэтому больше внимания уделяют тому, что о них говорят другие. Однако для нас важнее всего мнение Бога. Как истинные последователи Бога, мы должны искать истинных отношений с Ним, потому что когда у вас есть отношения с Богом, вы меняетесь и становитесь человеком, которым руководит Небесный Отец, а не влияние других. В Псалме 142:10 царь Давид сказал: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Бессмысленно искать признания и руководство у окружающих вас людей, так как они тоже запутались и не знают, куда идут. Слово Божье – единственный инструмент, способный направить вас. Не ждите более удобного дня, чтобы поставить Иисуса Христа в центр своего сердца и сделать Его Слово стандартом своей жизни. Узнайте о Нем больше, и когда вы это сделаете, вы увидите, как изменится ваша жизнь. Помолимся. Господь Иисус Христос, открой глаза моей веры, чтобы я мог увидеть, что мне действительно нужно, чтобы жить для Тебя. Направь мои шаги, чтобы Твоя воля исполнилась в моей жизни, а не моя. Во имя Твое молюсь. Аминь.